Краткий обзор Запорожец 968. Вот, значит, вот в таком состоянии прекрасном сохранился, всегда находился в сухом гараже. Летом не ездил, пробег у него всего 38 тысяч. Я достался он мне по случаю. Ну, я его продаю. Желающие, пожалуйста, обращайтесь. Значит, передние два крыла крашены. Не знаю, в чем причина. Может быть, стукали, может быть, просто подкрашивали капот в родной краске. Но передние два крылышка крашены. Вот. Также антикором обработана поверхность. На правом, левом чуть-чуть есть там ржавчинка. Вот. Порожки. Не порожки, а вот эту. Подкрылки задним, что ли. Вот в этом месте. Вот. Все, больше нигде ничего нет. Вот в единственном вот этом месте. Вот даже вот так вот специально показываю. Вот в этом месте. Больше ничего нигде нет. Машина 93-го года. В принципе, для своих лет прекрасное состояние. Вот. Ну и с адекватной ценой, как бы. Вот машина стоит на учете, с новыми документами, все как положено. Вот. В ней никогда никто не курил. Вот. С левой стороны там пятнышками подкрашивалась. Там дверки видно, я вот вижу тут это. С пульверизатора, что ли, надо ее смыть просто будет и все. Вот такие дела, как бы. Вот. Салон в неплохом состоянии. Пробег 38 тысяч. Видно, не видно тут. Неудобно мне показывать как-то вот. Вот, вот в таком состоянии салончик у нее. Вот, она хорошая. Вот ручки нет правой. Вот прикручена вот такая. Вот на левой дверке она присутствует вот такая. И то я поставил. Это я купил эту ручечку, просто одну нашел у товарища там. Тут тоже был ремешочек, но я вот поставил. Не знаю причины, почему, чего и как. Вот, вот такое состояние. Потолок хороший, то есть, ну, не курили здесь, не рвали ничего там, сигареты не тушили там, об торпеду. Торпеда вон в первозданном виде, хорошая, матовая, все. То есть, чехлы нормальные, ну, вот здесь вот. Чехол, я не знаю, сиденье вообще новое, но тут вот на заднем сиденье как бы родной чехол, но коричневого цвета, ну фиг я знаю. Не знаю, то есть, в чем проблема и так далее, то есть. Значит, вот двигатель. Сейчас я попробую запустить его. Попробую для вас. Ну, послушать, как работает, конечно. Он уже прогрет, потому что я с гаража выехал, отъехал немножко от своего гаража. Сейчас попробуем запустить. Он, в принципе, работает неплохо. Мотор. Блин, неудобно. Газануть тут надо. Тут ручное управление. Ручное управление, но педаль я уже приобрел. Она, если видно, вот она лежит, ее нужно только установить, родная педаль. А так у нее вот это вот ручной тормоз, тут можно педалью тормозить, можно вот так вот здесь тормозить. Сейчас к мотору подойду, покажу. Такая работа двигателя. Работает прекрасно. В неплохом состоянии. Полностью комплектный. Никакого колхоза. Все кожухи стоят. Все вообще как бы в нормальном состоянии. Для ценителей, пожалуйста, заинтересуйтесь, звоните. Можете приехать посмотреть. Ничего не делал. По этой машине взял. Ее полоснул месяц назад, наверное, она уже запыленная, все. Вот как есть продаю,
порядке. Так что не проблема. Все, обзор закончен. Обращайтесь.